Поясните по сегодняшнему дню, что произошло, как это произошло, где это все было. Что конкретно? Что конкретно? Конкретно выпивали вы сегодня алкоголь? Да, с утра. С утра. Да. Угу. А почему вы не остановились с сотрудником ГИБДД? Испугались. Да. А, момент ДТП. Вы зацепили автомобиль другой, белого цвета, Kia Ceed. Помните? Нет. Нет. А чем обоснуете повреждения на вашем автомобиле, именно правой стороны, крыло, двери, зеркало, фара передняя? Да, не знаю. Не знаете, да? Вы не почувствовали, то есть, удара? А ну, где выпивали? Я был в шоке. Были в шоке, понятно. Да. А где выпивали? Дома. Дома. Угу. Живете вы в Пролетарском районе, да? Да. Сейчас мы находимся в Московском районе. Как вы оказались в Московском районе? На автобусе приехал. На автобусе. А зачем вы сюда приехали? За машиной. Машины. А машина где была? Вот здесь. Ну, конкретно вот тут или где именно? В Чайке. В Чайке. А в Чайке что она там делала? Стояла. Стояла? Да. На ремонте, да, я так понимаю? Почти, да. Почти на ремонте. И куда вы собирались на ней ехать? Домой. Домой. Угу. Ну, вы осознавали то, что вы в состоянии опьянения управляете автомобилем? Я не чувствую. Вы не чувствуете этого, да? Да. А по результатам освидетельствованного состояния алкогольного опьянения у вас установлено состояние опьянения, а именно при прохождении освидетельствованного состояния алкогольного опьянения вы надули 0,481 миллиграмм на литр выдыхаемого воздуха. То есть вы согласны с данным результатом? Наверное. Все понятно. Вы раскаиваетесь? Естественно. Вину свою признаете? Конечно.